Всем привет, с вами Тёма и Вова, это первый летсплей по Майнкрафту. Да. Да. Самый первый. Да, который первый. Ну, еще свинка будет с нами играть, пока она не убежит или... Или мы ее не убьем. Да, походу это... Ну ладно, давай, блядь. Вот, сейчас захлебнется в воде. Ой-ой-ой, я мутюнулся. Нормально. О, всё. Опа. Ладно, побежали туда, наверное. Вот, то, что нам надо найти первое, это еду. Это, да, еду. Дело не сосвали деревья. Бежали он туда. О, баран. Это барат. Бее, какая милая овечка. Попасть-то по ней не могу. На шустрая, короче. Нам нужны были ножницы. О, ништячок. Так. О, летучая мышка. Все ее видели. Так, там еще один барат. И еще один. Нам на кроватку хватит. Два на одну кроватку. Иди руби черного барата, я пойду рубить белого барата. А тут оба белых баратов. А, ой, тут этот, как его? Ой, тут эндерман, как? Что ли? Ну, да, да, да. А чего? Вот, короче, много баратов у меня и много-много всяких мобов. Иди ко мне. Сейчас. Где отвечаю? Мне уже, короче, хватает на это. Мне тоже хватает надо. Ну, сейчас я одного барата убью. Я барата бью. Ой, бей. Да что ты? Беложопый. Почему барат? Баран только барат. Ну да ладно. О, все, не хватает на кровать. Короче, тут ломаю саженцы. Я иду к тебе, наверное. Ты там где? Куда? А, вон ты побежали. Там, короче, очень много всяких печей, говночей. Так, давай пойдем. Я заканчиваю сюда, нам надо. Ну, у меня минус 3 штучки. Так, погоди. О, хорошее место, слушай, вообще тут живности много, очень много. О, а что, тут кто-то побывал уже, что ли, или что? Я не знаю. Ну, мы шли очень далеко. Да, шли. Какая-то тут регенерация полезная. А что, давай я тут всех замочу, а туда и... Правда, как будто кто-то копался. Наверное, крипер бомбанул. Ну, да ладно. О, еще один крипер бомбанул, походу. Походу, мы тут бывали. Записывай на это. Ладно. Ты о чем? Да, там это... От кого-то крипер бомбанул. А, ну да ладно. Погоди, а летучие мышки кусаются? Да нет, вроде. Ну ладно. Ну я не знаю, я слоупок, я давно не играл. Давай, короче, найдем место, где жить будем. Жить? Да можно найти, можно. Да тут где-нибудь, давай жить, короче. Чувак, ты где? Где-нибудь подалеку. Я сломал дерево и потерял. Печально. Ой, там что-то есть. Походу это... Это что-то дом. Иди к тем коровам. Ладно, срать на это дом. Мы же картошечки, да? Да. Это вообще не знаю, что за дом я сейчас. Может, это грифери? Да нет, мы не будем грифери. Там у нас разломанный. Там вода идет. Да. А, там еще красный пол. Да. Да. Там еще крипер бомбанул, да? Ну, короче, и там был еще неудачный дубль нашего летсплея. Ну да, это самое место. Да, да. Мы... Только, Дема, ты там в какую сторону там бежал? Я не знаю. Я короче, да. Ушел. У нас вылетел Майнкрафт, заново зашел. Так, сейчас мы идем. Шопом. Так, я же тебя видел. Где ты еще? Где? Я не помню. Я сейчас около такой, что ли, речки, короче. Речки? Ну не речки, там типа озеро такое небольшое. Там еще... Нет, много небольших озер. Ну, погоди, тут сейчас крипер в воде стоит. Сидит, точнее. Там еще баранов много. Или козочек. Я далеко ушел. Да, блин. Ходил. Просто с картой так весело играть, если честно, так удобно. Наверное. У меня есть. Тут как бы и маленькие озера, и лава, и всякая херня. Ну да ладно. О, тут типа река. Вот река и барата. Тут, короче, ходит... Эндерменты бегают, короче, я убил только что сижу. Вот, у меня промазали 4 лучника где-то. Я под водой сейчас иду.
иду под водой, по дну. Я дно, ой, не попали. Походу, на эндермена нарвался. Походу, я на лучника нарвался. Да ладно, его сейчас можешь завалить. Ой. Блин, я на эндермена нарвался. Тёма, я рядом с чёрным баратом, это где? Я в воде, не знаю. Блин, потеряли. Ладно, сейчас почу. Давай, я... блин. Можешь идти там, где скважина такая-то еще ходила там, где коровы были? Я вижу сейчас скрипер в воде, помнишь, что мне говорил, что-то не... не очень. Ой, ну... Я рядом с эндерманом. Стрелы сейчас стреляют. Вон зомби крепился. Ходу, я примерно знаю, где там, потому что я только что туда шел. Ой. Блин, это засада. Вон, я иду корову, короче. Тёма, я, короче, вон ты, вон, я сверху. Ладно, иди сюда, я, короче, тут ходил. Бля, иди сюда. Иди сюда! А, тут мясо. Чё это? А? А? Слышишь? Ну, да, это эндерман, походу. Чё он так громко орёт? Я чё-то... Не чё-то я тачу. Блин, иди сюда. Тёма. Да побежали все в доме хотя бы небольшой посёлок. У тебя есть какие-то надежды? Тёмка, иди сюда. Чего? Да, я там уже бегал, нарубил. Успел немного. Тут жестоко так рук. Да, ладно, побежали, это не спич. Спич, это башхас? Да. Блин, меня что-то убивает. Сам себя убиваешь, прыгну так же. А, да? Да. Просто мне надо поесть еще, там на хавке нет. У меня есть немного, поскину. Давай. Сейчас, короче. Я их... Всего 4, на тебе 2. Все. Ну, упадет. Так, упади. Что-то слепнемся. Так. Давай сейчас нарубим дерево, постараемся небольшую такую хату. Ты уже нарубил, да, там дерево? Да, мне есть, знаешь, сколько? А, нет, мне нет, не сколько. Да. У меня есть только 5 палок. Я верстак доставил. Я пойду. Тёма, Тёма, пали, спрут вверху летает. Вон, попали наверх, у тебя так, нет? Да, да, да. Нормально. Я, короче, пойду там попробую. Короче, да, ладно, потом делаем. А шучу. Ладно, рубим хотя бы около стака, наверное, обычное дерево и пойдём что-то. Бля, давай стак березы и стак обычно. Ну, давай, ты тогда березу, я обычно. Ну я то и то попробую. Ты пока обычная раби. Блять. Бля, где пауза нахуй? Блять, где она? Сука, еб... Блять, где пауза нахуй? А вот ты где? Привет. Мне позвонили там. Важные люди, короче. Я отлучился ненадолго. Я себе важно. Мамка, короче, звонила. Ну ладно, да, мамка звонила, короче. Присылала мне. Но успеем еще равно запишем. Несмотря на мамку. Я уже нарубил нам дерево. Дерево немного. На тебя доберешь? У меня уже хватит. Да, это я тебя троллю, Тём. Где, кстати? А, понятно. Не, с контролом тут, конечно, вообще весело играть. Угу, такая уровень. Тебя это, заскринить? Угу, да ладно, не ладно. Ну хотя давай. Давай тут, я дерево ломаю, давай. Как ну, там убрать-то? Это все. Какая там? F1. А, да. Да, всё, вот это сам. А, ну ладно, мне уже не нравится. Пофоткай. Оп. Иди. Блин, весь кайф сломал. Поставь еще раз это дерево, типа, ломай. Да ладно, давай. Пошли тогда в другое место покажешь. Вот иди сюда, березу. Ломай. F1. Дай покушать, давай. Короче, давай я поставлю сюда. И, короче, ломай тут. Все нет. Это уныло. Беспалево,
Ты что, снимаешь? Да. Я думал, какая-то скринь будет. Давай, вот, я буду это. Вон, иди, короче. Да, блин, там. Давай вот берёзу просто вот так. Вон, тут стул, короче, ломай. Давай, уже вот, давай вот так вот, давай. Иди сюда. Повернись сюда. Где? Да стой, ломай! Ааа, шопа! Стой, стой. Всё, заскринил. Да я уже нормал. Пока. 40 того и 40 этого. Может так делать? Да нормально. Пойду перекручу все это в доски. Тут будем жить? Вон, давай рядом с речкой. Так, погоди, пойдем. О, пойдем. Такой кайф. Наверное, где-нибудь тут изумруды. Это вроде экстрахил. Какая-то мини-пещерка какая-нибудь. Вон, вот на этот островок маленький мостик сгрузил. Насрать. Хоть он и маленький, но все равно что-то. Такой маленький. М? Слишком что-то маленький. Ну, хотя... Да, для нашего дома, наверное. Может, что-нибудь не из коробки ставил или нет? А чё? Ну, а какой-то... Сейчас я тогда полняю всё дерево перед доски. И дом, я думаю, 8 на 8 без дерева. Вроде нормально. Тут 6 надо, короче, потом. Да, давай, вот эту поставим. А вот эту потом. А чё у меня чисто чёрный экран? Я тебя заскринил хотел вставить. Жопа какая-то. Ой, чисто чёрный. Блин. Да ладно, фиг. Там так красиво получилось, ну ладно. А, как обычно, ладно. Да, если. Ой. Блин, у меня это дерево не было нормально поставить. Я походу проспал. Так я думал, ну давай тогда вот это вот будет всё, вот это вот из досок. Где? Будет у нас... ну, короче, выше у нас будет этот светлые доски. Так нет, погодь, я... Ну погодь, сейчас я доделаю тут и скажу. Так, раз, два, так, три, арт, четыре, на тебе. Шесть. Шесть. Шесть, потом так, а потом... О, нормально. Потом раз, два, три, четыре. И вот тут вот двери будут. Потом так, так. М-м-м. Так, слоуни. Вот так. Ола. У нас тут спруты по дому летают, походу. Вот так, короче, норм, да? Да, тут все белое вокруг. Вот это тут, короче, это будет стоять. Окна. Да погоди, тут окна будут стоять. Вот тут окна будут, вот не? Не, вот смотри. Я думал, тут... А, блин, места мало будет. Да нет, смотри, вот это вот, короче, сейчас это будет, давай, вот это такого цвета, потом крышу там сделаем. Нормально, вот так. Вот тем. Стой, давай так. Тут, короче, окна поставим. Сама пока белые доски. Ну ладно. Ну ладно. Ты что, всё дерево перевёл? Ну да. Блин. Я бы рад. Может, ходишь немного, что ломаешь? Не впаду. Вова. Что? Ой. Так, смотри, теперь... И тут можно всё стёк не разобрать. И только два. Ова. Ну, короче, такая панорама будет отлично. Полка, это Ника? Он что такое скрин сделал? Я не знаю, так. Да, я там теперь буду стоять. Беди. Все, отлично, панорама получится. Беди, я еще там буду стоять. Будет очень весело. Так, ну, короче, считаю, что первый этаж у нас готов. Вот дерьмо. А, блин, сервер. А чё это каждый? Сейчас слишком. Релок, наверное, был. Так. У меня программа-то записывает, надеюсь. Хотя у меня Майнкрафт не вылетит, просто серф. Если что, заходите на этот серф, там поиграете, все дела. Это второй серф. Сайт я скинул в описание, короче. Блин. Ну чё там громко-то? Может, тогда уж не сайт, это серф. Так у них сайт эти серф тоже. А у них... Я ни разу не был. Ну ладно. Напиши громкий, чтобы он его включил.
Не подумайте, не желуди. Да, он сейчас рестарт обещал. Да, он много чего обещал. Да, кстати, да. О! Что ты потокаешь? Все, зашло, кто хочет. Так. Хватит там жевать? Да это яблоко. Я же здоровый человек. Папа. О, давай, короче, фоткай меня эту с курой, Тёма. С курой. С дотой. Так. А, дота это вещь. Давай, потом следующий летсплей на доту. Все, я сфоткаю с той курой. Так. Может, сходишь, да, пока камни порубишь, я тут это... Хотел. Стекла нам сделать. Тупой спрут, он меня затрапал. Блин, а сейчас надо сгонять эти текстуры, не подвижаются. Ой, ну-ка, что-то такое. Пошли в текстуры, Тёма. Нет, блин. Оп, все. О, ништяк. Чё? Опа-чопа. Спонсор сегодняшнего выпуска — это яблоки. По-любому. Если что, яблоки лежат на тетради. Не так. Только. У меня только на тетради. Ой, я как палки-то. Так. Сейчас я думаю сделать лестницу на второй этаж. Блин, что-то палок не лежал. А, да, самолет. Что там делаешь? Всякой херней страдаю. Как обычно, стандарт. Так. Ты сколько белого дерева, дай-ка мне? Мне впаду. А, белого? Да. Чисто все отдал. Думал себе. Так, этаж, конечно, маленький будет. Хотя, думаю, увеличенный. Не хватит. Ну ладно, так сделаем. Ладно, чтобы потом я разгрифили, может, да? Тебе не похер, мальчик. Конец дисплея. Ну вот, я все делаю. Печалька была. Так, полный. Да я за свое. Лежачу. А что за глюк только что будет? Я еще знаю, что ли? Наверное, ты бегал, логично. А, да, все новые звуки. Звуки пуки. Так, ну крышу я сделал, значит, такую веселую будет свет. Я, конечно, тему все понимаю, но что такой низкий потолок? Да, потому что домик надо кушать. Ой, ё. Пойду песок покидаю с крыши. Давай. Так он ломается. Я на цветочек скину. Он песок ломается? Ну, вон, смотри, видишь, он пойдет и сломается. Ну, если нет. Нормально. Это стандарт. Майнкрафт, думаю, вообще это можно сделать. Я так же. Так, что-то я залип на корову. Где помочь? Иди там, добудь. Лучше всего добудь что-нибудь. А, я пойду сделаю этот кровать. Да, эти шерсть. У меня есть. Знаете, мне кровать. Люди. И на меня. На тебя уже есть. Сейчас я с крафтом остался на шерсти. Блин, подбери ты когда можешь. Да, буквально около, чуть побольше даже, конечно, сколько стекла не будет. Строй так же. Подбери. Чувак не пишет. Ой, Тём, ты не похера. Просто не знаю, что это.
Мне насрать. Кусти. Ха-ха, кусти нету, да. Он мне пишет, короче, кинуть ему какую-то конфу там надо. Ой, забей на эту куста. Это, да. Короче, самый упоротый человек, наверное, в нашем городе. Как Димка Фролов. Да не. Блин, Дима отдыхает. Блин, ну залезь его. Так. Я сломаю. Тебя кину наверх. Если чай идет. Да это стандарт. Так, типа тут еще на один ярус. Да я их ломаю, типа. А-а-а. Дело все равно не. Твою. Они мутим. Вова. Что? Какой-то помощник. Можешь не говоришь. Так, ну пока домик. Улетел. Ты шоп тебя леша другого. Ты еще только с жопу немного. Да ладно. Пошли 30 стаков. На крафте. Ромбер. Так, что у меня есть? У меня даже нету. Ладно, пойду. Сделаю. Так, это далеко пробую скрафтить. А где верстак? Там в доме. А, нет. По, ты ну, туда из... перетащил? Да, он как-то не актуален. Всегда ставлю их в бок. О, Тёма, я уголь нашел. Ну, я в пещерку провалился, в текстурку. Сколько угля там? Пещерка, текстурка. Не знаю, пока что много. Я нашел нам железо. Железную руду. Нам бы угля, а... да и побольше. Да я и угля еще. Так. Все, давай сейчас тогда пол сделаю. Кажется, или тут крипер? Не, мне не кажется. Себе ты убежать. Он сейчас рванет, короче. Тут что-то загудело так. Где-то у меня в ушах уже висит. Наш музыка. У меня музыка отключена. Ой. Ой. Где это было? Это было под землей. Там было трое или четверо. Не, меня окружили. Так так было. Они сказали. Чё за пиздец? Чё за знаю? Сейчас зайди, ты можешь? Ой, ты где? Дома. Города какие? X2153. О! Мне кажется, мы совсем рядом. Старым или с клеем. Сколько там плюс? А, я нашел, Тёма. Мы вообще рядом. Да, вообще, пошли сбегаем. Вон он напротив стоит. Да? Да. Задний дом иди. Задний дом, иди сюда. Смотри налево. Вот туда смотри. Бежали, короче, туда. Да ладно, сейчас. Вот он, уже видно. Да? Просто дальность не такая. Такой дом китайский получился, посмотрите. Я вижу. Мне кажется, Тёма, или мы круга три прошли с тобой. Да, как поставить? Ставь наверх сюда двери.
Кстати, сделай балкон. Пойду ящики подберу. Так, такая же фигня бесит. О, еще один крик. Тёма, там крипак. В пещере опять смотрю. Я потерялся, где выход, если честно. Там где светло, наверное. Нет, тут светло, конечно, тут темно. Ползал, нашел только один кремень и убил. А, чё, как его? На печку хватит, наверное. Да, хватает мне. Одного булыжника не хватает. А, вон. Ой, Тёма. Это надо просто заснять. Иди сюда. Я же пират. Чисто. Вперед туда беги. Вау. Чистый сет, что ли? Вау. Я его боюсь. Я его тоже боюсь. Как ты его это не убивай. На печку-то хватило, нет? Ой, пошел рубить, короче, подошел к нему. Он что-то за мной побежал, я убежал обратно, там остановился. Вау, вот это такие дыры-то не оставляйте. Да, там это. Печку, короче, хватило уж. Я там, короче, в этот... Ой, там наш дом беспалевно стоит. По-любому. Может будет потом сбегать до него. Да. Ну, как-никак мы сами добывали, так что... Не надо нам тут ля-ля. Так. Короче, по стандарту поставлю. По стандарту. Я хочу рубануть, если честно, этого. Короче, ставлю, как надо. Сюда, короче, печку поставь. Или сюда поставь. Поставь. Ну чё? Чё? Печку ты поставишь? О. Сначала это поставлю. На тебе, короче, 6. Сейчас печку. Я наверху поставлю. Складно. Вова, нету покушать. Есть. Только, блин, пожарить надо. Да? Да, надо. Война, пока бегал. А это? А, нет, есть. Уже, наверное, пожарил, да? Я еще. Как, это магнит, да? Он там, хоп, и манит. А, да. Нажарится, он там еще и выплевывает. Ой, куда? Ну, он потом выложит. Блин, по одному стеклушку стоит. Кажется, я мало нарубил, потому что... Перенимал, не знаю. Тут, короче, можно... Ага. Сейчас все будет, я пошел рубить эту. На это пошел бы. О, ты не помнишь, как заборчики делать? Ну, сейчас типа гореть скоро будет. Заборчик с палок. А, нет, там из этого. Из досок палок. Ну, если честно, херово помнить.
еще бы тут поставить. Блин. А сегодня, короче, парень обзор смотрел. Что-то берет. Забыл, как котел, короче, делать. Пошел в этот. Залез, где крафтить там обычно всякую такую бред. Короче, залез туда, посмотрел, потом сказал, о, я же вспомнил. Такой веселый пацан. Блин, не помнишь, когда забор это делал? Тёма, этот хач, трюкач куда-то пропал. Какой? Который. У него, по-моему, сет был свободный. Ну, он вряд ли достался. О, ништяк. О, я вспомнил, я... как забор делал. Может, они исчезают, нет? Куда-нибудь. Они какие-то подозрительные. Какие-то они типы. Так что, утро они сгорели, наверное? Нет, а... Я имею в виду... Они что-то не все еще сгорели, вот, да? Ну, они еще не горят. Подошел еще ближе. Только потом уже попозже начали гореть. Потому что там уже так началось. Да, мне кажется, он куда-то убежал. О, вкусно. Скрафтик. Так, курица, ну-ка. Человек побегал, блин, как-то не знаю, как по палёнке сделал. А тут, наверное, не надо. Тут двери можно поставить. Ну да. Ты идут пожарить. Посмотри, я смотрю. Так, я тебе так запускаю старым способом. Ты ее как бы не жареную сложил. Я это... Там КЛ зажарить. Я пошел в этих... Так, очки. О, прикольно. Я и не могу. Может, это просто слово. Так, ну так-то у нас уже офигенчик. Вообще, по-любому. Прям белый. Не то, что это белый, деревянный. Белый, белый из дерева. Берёзовый дом. Ой, я нашел этого. Опять. Как я. Ну ты меня понял. Дерево постану. Я... Это... Делать просто было нефиг. Я раньше когда играл... Очень рано. Короче, Я вылезу и сразу там 100 тысяч интервью. Никак после того, как ты туда подойдешь, она никак не встречается. Ща иду к тебе. Ну, главное дело, не потеряться. Потом. У меня было в пазл. Я пример. Тёма, иди к заду дому. Или это бе. Зад. Как бы не персональный сервис. Все может случиться. Пошли к горщику. Где что? Я сзади тебя. Вот мы пробежали. Вот тут вот были. Такое вообще бесплатное место. Ничего не случилось. Ой. Поняли?